Ни одна приезжая суперзвезда не собирает столько зрителей, сколько ежегодно приходит на концерт, посвященный дню рождения Мариэл Радио. Более 3000 поклонников национальной песни и танцев из разных регионов и зарубежья пришли в минувшую субботу на стадион «Дружба». Впервые здесь прошло настоящее шоу с профессиональным светом и звуком. Как это было, смотрите далее в нашем репортаже. Барабан, гармошка, люди в нарядных марийских костюмах. Здесь каждый пускался в пляс и вместе подпевал. Для марийского народа этот день настоящий праздник. За 13 лет существования Мариэл Радио стала одним из брендов региона и неотъемлемой частью современной национальной культуры. Самое главное, что здесь я людей видеть хороших, приятных, поговорить с своими друзьями туда-сюда, все это как говорится, что погода хорошая была. Я часто хожу сюда. Все время слушаю Мариэл Радио. Как придешь домой с работы, сразу включаешь Мариэл Радио и настроение поднимается. Слушаю Мариэл Радио всегда, когда только у нас есть время. Сегодня такой большой красивый праздник, поэтому мы нарядились, чтобы быть красивыми, чтобы нас видели, чтобы Мари, что это наша республика, и мы гордимся тем, что мы Мари. По доброй традиции для всех своих слушателей Мариэл Радио с первых лет существования дарит большой летний концерт. Концерт, объединяющий тысячи жителей нашей республики и гостей из разных регионов и страны. Праздник с любимыми радиоведущими приехали смотреть все неравнодушные. Я здесь родилась, в Бишкарале, но в 94 году уехала в Чехию по работе на один год. Наконец там осталась, у меня там семья, дети, а мы приехали сейчас в отпуск. И нас пригласила моя знакомая тетя на концерт Мариэл Радио. И все, собираемся вот здесь мы, встречу назначили. Это называется Марикан. Наша самая Мария, народ, вся республика собирается, увидишь всех родственников, старых друзей, школьных товарищей всех. Поэтому мы очень благодарны этому празднику. И очень огромное спасибо вашему руководителю Светлане Таловой. Спасибо вам огромное. Ежегодный праздничный концерт от Мариэл Радио дарит массу впечатлений и прекрасное настроение тысячам зрителей. И в этот раз, как и прежде, в зрительном зале под открытым небом, как говорится, яблоку негде было упасть. Национальную радиостанцию Мариэл Радио слушают и любят и в столице, и в самых отдаленных уголках республики. За 10 лет, когда переваливает, дата, да, организация, это уже проверенное временем. 13 лет, да, дата такая спорная, кто-то говорит, что она очень такая опасная, но видя, как работает Мариэл Радио, мы видим, что действительно дружный, прекрасный коллектив. Дай бог всем здоровья и успехов, потому что в такой команде и с таким драйвом, с которым вы работаете, у вас точно будет успех. Мы за вас очень болеем, мы за вас переживаем и всегда готовы помочь. Успехов вам! Выступления любимых артистов, звезд марийской эстрады, молодых и талантливых исполнителей, а также юных дарований, подающих большие надежды. Мариэл Радио помнит о традициях своего народа и дает шанс начинающим музыкантам, представляя им творческую площадку. Эмоции просто зашкаливают, когда ты видишь зрителей, смотришь на то, что они заряжаются твоим пением, твоей песней, ты просто хочешь творить дальше на сцене. Это большая честь для меня, то, что меня пригласили сюда, ведь для меня это большой шанс, так как мы записали только одну песню и уже смогли выйти на такой концерт. Почти 40 исполнителей и творческих коллективов. Каждый из них представил самые яркие хиты. Как их принимали зрители, это надо было видеть. Подпевали все от мала до велика, танцевали все. Большой концерт, объединивший более 3000 зрителей, где зрительный зал превращается в огромную танцевальную площадку. И это все Мариэл Радио. Национальная радиостанция давно пережила период становления, когда сотрудники лишь делали первые шаги. 4,5 часа музыки, танцев и прекрасного настроения. Праздничная атмосфера охватила всех без исключения.
Впервые настоящее шоу с профессиональным светом и звуком, так, как на концертах больших звезд и на концерте Мариэл Радио. Веселый сценарий от ведущих и прекрасные номера от исполнителей. На празднике подпевали и танцевали Мари, русские, татары и даже гости из Финляндии и Эстонии. Я профессиональный музыкант. У нас женский народный хор. Я знаю некоторые марийские песни, и мы их исполняем на финском языке. Я в восхищении от этого концерта. Столько разноголосых артистов, красивые номера. Для нас это большой опыт. Здесь волшебная атмосфера. Нас очень удивило и то, что все танцуют, поют. Очень все понравилось. Море эмоций, впечатлений, прекрасный вечер, воспоминания о котором будут радовать в течение всего предстоящего года. Концерт Мариэл Радио никого не оставил равнодушным. Концерт Мариэл Радио очень понравился нам. Ну, первый раз, но очень классно. Концерт очень понравился. Ведущие очень красиво одеты, и все хорошо. Очень понравился. Еще бы. Все понравилось, все прекрасно. Приедем в следующем году. Когда мы говорим о культуре, мы понимаем, что мы живем в 21 веке. Здесь новые технологии, здесь другой темп жизни. И когда мы говорим о развитии и сохранении национальных традиций, мы понимаем, что и в этом стремительном времени есть время и есть свое место, и есть возможность для развития самого лучшего того, что есть в национальной культуре. И вот концерт Мариэл Радио – это, наверное, одна из лучших возможностей раскрыть, поддержать и дать новый толчок в развитию национальной самобытности, но уже в современном прочтении. Яркие, колоритные события, которые объединяют гостей и жителей города, это уже визитная карточка для Мариэл Телерадио. Так мы вместе с вами отпраздновали 13-й день рождения Мариэл Радио. Впереди день города, который отметим 11 августа на Патриаршей площади.